Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Я говорю: Миш, мне похуй. Я так чувствую. Мы любим вот такие формы, форматы. О, ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Сомнительно, но окей. Копейки. Совершенно копейки. Я реально прихерел. Ну... Блять, я заплакал. Ну я как будто не совсем понимаю, как это работает. Я ничего никогда не сказал, ваш герой. Вообще, блять, никогда он и ничего никогда не сказал. И сейчас молчи. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там сказать, примитивные. У них, как я сказал, и что я имел в виду? Во-первых, это был сарказм большой. Во-вторых, и я хорошо помню, как я сказал. Кстати, окей, я сказал. И много что сказал. Не надо мне, пожалуйста, это предъявлять. Не принимаю. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Мне можно это простить? Ошибся, допустим. Давайте, прошу у всех прощения за эту фразу. Это был великий сарказм. И что, в принципе, в моей фразе, есть много логики, если по ней хорошо подумать. Они не смотрят на высказывания. Это у всех такое вот есть понимание, что кто-то что-то сказал или не сказал. Это так не работает. У них там какие-то другие, они по фактам не могут. Круто! Да это ж круто! Какие у нас классные ребята работают. Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Конечно, печально. Это печально. Типа, выродок-то откуда-то такой? Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Болтовня. Хватит эту болтовню слушать. Говно этот Советский Союз. Америка. Это крутая страна. Ну, это, конечно, была паленка, это теперь понятно. Как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я не мог в это поверить, это было невозможно. Я спорил со всеми. Мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому, что я не мог в это поверить до сих пор. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю, если уж честно. Ну что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Хочется умереть достойно, и чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились. А если на наш папа секунд, блядь, язык в жопу засунул. Да, мне было страшно. Но я это сделал. Парадоксальным образом, это то, что спасает мою жизнь. Понимаешь, такой инь-янь. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как, ну понимаешь, да? Окей, я заткнулся. Но если принять это за, ну так сказать, за правду, то это страшная штука. Как бы не хотелось бы. Люди предпочитают 1000 километров пешком идти, чем 38 там на машине доехать, да? Великая компания, супер гуд. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю. Ну так, не глубинно, но осуждаю. У меня немного друзей, наверное, человек 40, 30 скорее. Ну как, друзей? Мне 34 года нашей дружбы, куда деть? Мне сказать, иди нахуй. Я сейчас боюсь что-то еще сказать в его поддержку, потому что ему потом там прилетит, блядь. Не-не-не-не-не, это вообще не наше. Я не могу, мне это противит моей вещи. Карма. Я борюсь сейчас за свою карму. А у нее карма уже все, она уже в раю. Она ангел. Я, если честно, я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получите. Есть грех. Обрадовался. Не по-христиански это было. Ну, в общем и целом, я был рад. Он все равно же нездоров. Вот объективно. Он же нездоров. Это мы, это наши люди. Но, к сожалению, ты видишь, что творится в массовом сознании населения. Это... Ну, да, конечно, мы знаем. Конечно, ну мы же знаем. Ну, они знают. Вот, они знают. Я не знаю. Он... Никто с подобным состоянием или не мог себе позволить такую фразу. Я это сказал. Он очень открытый, либеральный, какой-то классный. Я вот такого знаю, понимаешь? Я не могу от него отрекаться. Мне на него до сих пор, кстати, как-то не похер. И мое сердце будет за него болеть еще долго. И я от всего своего сердца желаю тебе здоровья и выжить. Мне трудно его в какую-то корзину в одну поместить. В нем, как и в нормальном человеке, сочетается куча негатива и куча позитива. Он безусловно, вызывает много положительных у меня эмоций и уважения. На этом я бы хотел закончить. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все. Секст Эмпирик.